Друзья, приветствую вас на нашем канале «Поделки с детьми». Сегодня я вам хочу предложить сделать вот такого вот прекрасного подарочного оленя из обыкновенной конфеты. Самое главное, что его сделать очень просто и быстро. И сделать его сможет любой. Для этого я взяла конфетку, заранее подготовила ее, приклеив края, чтобы они не мешали. Я вырезала из цветной бумаги листочек размером, таким размером, что можно обвернуть конфету. Сейчас я беру и оборачиваю ее. Теперь я беру клей. Вот здесь вот намазываю. Хорошенечко. И приклеиваю. Вот так вот у меня получилось. Теперь я вырезала вот такие вот ушки в зеркальном отражении. Еще сделала их двойными, чтобы вот здесь вот так вот намазать клеем. Сложить. И получилось двухстороннее ушко. Так же само я делаю и со вторым. Вот таким вот образом. Я еще добавила вот такой вот отрезочек бумаги. Я его вот так загибаю. Я это сделала для того, чтобы можно было вот так вот приклеить, и ушки торчали. Теперь я беру, здесь же намазываю клеем и приклеиваю. И второе. Вот такие вот ушки у меня получились. Теперь я приклею рога. Намазываю клеем и приклеиваю. Теперь будем делать ему глазки. Я вырезала вот такие вот полуовальчики из белой бумаги. Теперь беру, мажу их клеем и приклеиваю. Один глазик и второй. Вот так вот. Теперь я беру два черненьких кружочка и приклеиваю их. Наверное, сначала приклею веки. Так будет он смотреться интересней. Так вот. Одно веко. Второе. А теперь зрачки. Вот такие вот глаза у нас получились. Теперь я беру красный кружочек из красной бумаги и приклеиваю его как носик. Я вырезала ротик, тоже мажу его клеем и приклеиваю. Рисуем ноздрички и сделаем его шарфик. Я взяла и отрезала кусочек гофрированной бумаги. Теперь укорочу немножко. Теперь я беру и сгибаю ее пополам.
таким вот образом. Работаю с гофрированной бумагой я очень аккуратно, чтобы она не порвалась. Теперь берем поверх ложим оленя. Обрезаю лишнее. Можно подклеить клеем края. Один хвостик и второй. И вот такой вот подарочный новогодний олень у меня получился. Вы можете подарить его в подарок или использовать просто как украшение конфеты. Вот такой вот прекрасный олень. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока!